Всем добрый день, и мы продолжаем проходить нашу игрушку. Прошлой серии у нас... Блин, меня уносит опять без конца. У нас случилось не очень хорошее событие с песцом, но мы переродились вроде как. И на этом спасибо, да? Так, иди сюда. Надо вот эту штуку сюда перенести. Давай. Тише, тише, сюда. Угу. Аж повыше. Блин, давай я повыше чутка. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой. Осталось прицелиться. Ага, прицелиться. Ага, есть. Хорошо, на этом спасибо. Так, я поняла, короче. С ветром опять, да? Хорошо. А это как-то опускается? Ну, вот, вот эта штука. Ну-ка. Ну. Ты за мной пойдешь? Ну. Давай нам сюда. Все, максимум, что ли? Блин. Ой, стой, стой, стой. Нет. Нет. Ой. Это было не то. А, или то. Ай, больно. Бедная девчушка. Так. А дальше куда? Так, вот, вижу. Хорошо. Ать. Вот тут лед. Давайте его разобьем. Угу, разобьем. Хорошо. Что тут есть? Вот она. Пойдем. Тут как-то тихо. Сова. Филин. Или ворона, кар-кар. Что бы это значило? Давай сюда. Сейчас будем ветки двигать. Хорошо. Так, ладно. Блин, мимо. Да ё-моё. Да чёрт. Начинается, блин. О. Тебе нельзя никак это, да? Да. Давай сюда. Угу. Мимо. Что? Дерево все жило. О-о-о, прикольно, ну пошло. Че, пошли? Прикольное дерево. Так, подожди, мы тонуть не хотим. Подожди, 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 не успела, блин. А, вон, нормально. Так. Так. Хорошо. Ой, а это дух, по-моему, да? Во. Опускай ручку, опускай. Отлично. А это фручит? А нет, теперь наверх поднимаем.
прикольно. Ой. О, блин, я упала. Так, нужно держаться, то он тут... Ну-ка. Ну-ка. Подожди. Ну, отлично. Лежать. Давай. Полетели. Ё-моё, уносит. Ну. Всё, что ли? Хорошо. Ладно. Хорошо. Сохранение. Так. Нужно опять какую-нибудь штуку найти, да? Так, здесь никого нет. А вот тут? Ну куда ты? Ну-ка. А, вот она. Ну давай. А чё она не опускается-то? Забавно. А как я доверх допрыгну? Не могу наверх. Не могу вниз. Блин. Так, я не достаю. А что ж делать? Надо руку поднять. Поняла. Давай поднимай, и я перелечу тогда. Так. Если мне рука не дает опуститься вниз, чтобы перепрыгать просто, значит, надо поднимать их. А это вниз как раз. Вау, вау, подожди. Успели. Ладно. Подожди, не танцуй. Хорошо. Угу. Ничего. Нужно до этого допрыгнуть. Ну-ка. Я, короче, должна успеть опустить эти ручки. А нет, они опущены. Я хочу проверить. Во, а вот эту опустить могу. Ну-ка. Все. Все правильно.
А эту поднимаем. Да ладно! Я не допрыгнула. Печалька. Пошли. Пускай. Да в смысле, блин, капец. Все, я продула. Угу. Ну все, короче. Давай, опускай. Так. Хорошо, блин, спасибо. Поближе чуть-чуть. Да не надо опускать-то. Спасибо, блин. Страшное дело. Хорошо. Теперь опускаем. Подожди, не падай. Я не согласна. О, подожди. Надо долететь. Вот эту штуку нужно поднять. Ну давай, поднимайся. А чё ты не поднимаешься? Странно. Странно. Не хочет. Или типа меня так унести должно. Ладно, давайте. О, блин, живая. Слава богу. А, поменял управление. Удивительно, что я долго сейчас не менялась у меня ничего. Давай. Отлично. Ну-ка. Хранение. Что-то мне это не нравится. Почему там огонь? Опять ты, паразит. Ты как меня догнал? То есть я должна бежать, а вторым персонажем поднимать руку? Ладно. Да, охренеть. Беги! Беги, блин. Беги, блин, ужас какой-то. Сейчас я здесь опять еще 3 часа провожусь.
кошмар. Ой, блин, нет. Приходится менять. А, блин, нет. Нет, нет. Да в чем дело-то? А что случилось-то? А, я забыла перса поменять. Меня поймали. Нечестно. Да! Не на ту кнопочку. Дурдом. Как ты меня поймал? Бежим. Ну давай, поднимайся. Вот дура. Ну давай. Беги, блин. Беги. Беги. Блин, здесь везде горит все. Ну и блин. Дурдум. В таких моментах вот неудобно сразу двумя контролировать. Может, конечно, на совместное включите, она будет автоматически это делать. Серьезно? Или она уже на совместном? Стоп. Совместная, конечно. Я думаю, почему мне не меняется ничего? Пытаюсь поменять персонажа, а он не меняется. Опять? Да что за бред? Ну почему ты не делаешь ничего? Ай. Дурдом. А ты перепрыгнуть, дура, сама не можешь, да? Ой, не могу. А, автоматическая опять. Прекрасно. Прекрасно просто. Просто прекрасно. Столпали. Давай. Беги. Сохранение пройди, пожалуйста. Беги, блин, красотка, давай. Замечательно просто. Подожди-ка. А,
А как это? А, мне надо было этой штукой, наверное. А, забавно. А, нет. Оп. Ну-ка. Ну то, блин, лети-то. Долго управляется, жуть вообще. О! Давай, поднимайся. А чё не поднимается-то? Теперь нужно в это дерево, да? Давай. О! Замечательно. Красавчик. О! Тани, гад, гад, тани, это тебе за пизда. Паразит. Примени все, что они успели узнать. Девочка писец, и наконец победили ужасного человека. Ура! Мы их победили. Ему пришел конец. Аллилуйя. Я думала, будет хуже, сложнее. Первый раз я гораздо дольше возилась, ниже, чем сейчас. Но было сложно сразу двумя так контролировать. Ну, не то, что сложно, а быстрее надо было реагировать. Так, и чё? Убежали? А медведя тут не будет опять? Так... Блин, меня уносит. Ну-ка, подожди. Ложись. Сейчас сносить будет. Какая вьюга вообще сумасшедшая. Ой. Препятствия на каждом шагу. Ой-ё! Меня ветром поддуло. Жесть. Давай. Туда-сюда гоняет нас что-то. Здрасте, приехали. Офигеть. О-о-о. Ты кто? Новый босс? Девочка увидела что-то похожее на человека-гигант, который колыбал глыба.
Затем он сгреб его с земли. Сгребал его с земли. Каждый раз, когда он так делал, порыв ветра разносил в руку песок, создавая метель, которая уходила в сторону деревни девочки. То есть это он все? А что, финал, что ли? Она нашла источник метели. О, прикольно. Так, и что? Короче, вот этот железный человечек. Ой, железный. Как же я заберусь вон туда? Хороший вопрос. Воскликнула девочка. Блин, опять совместная. Дружок, мы сделаем это вместе. Так, вот ты где? Иди сюда. Хорошо, спасибо. А вот это типа лесенка? Смотрите. Вот это типа лесенка. Блин, метель. Подожди, 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 вы какая метель. Твою налево. Камеру убрали, ни хрена не вижу. Давай. Давай сюда, ну-ка. Блин, не попадай. О! Хорошо, поехали. Так, только не будем вправо уходить, то у меня уезжает. Все. Так, а тут шипы. Конечно. Вообще в бок собирался прыгнуть. Да блин, а в чем дело-то? А может эти шипы можно разбить? Нет? Да в смысле? Нет? А что делать? А, о-о-о. Ага. Ага. А здесь глыба, между прочим. Ну, в принципе... О-о-о! Ладно. Я поняла. А как я достану отсюда до туда? Ну-ка, стойте. Что делать-то? Я не достану, так, блин. Да ты смеешься, что ли? Не допрыгнула, смеется. А здесь есть что? А во, смотрите. Так, это сюда.
Поехали. Ага, ветер, понятно. Угу. Не, ну я сюда добралась-то. А зачем я сюда забралась? Я не могу тут прицелиться. О, могу. Ладно. Получается, и все. Теперь лезем. Хорошо. Вот тут была вот эта штучка. Давай вниз ее. Хорошо. Ну все, в принципе, все очень хорошо получается пока что. Сейчас как скважу. Так, подождите. Вот это вот. От лесенки. Ну подожди же. Ага, отлично. Моя затея шалость удалась, как говорится. Так, а чё, какой толк-то? Выше-то я не могу забраться. Что это такое? Блин. Звездец. Ну ладно. Ну-ка. Да в смысле? Хорошо. Давай, ползи, блин. Ползи. Ползи. Ну какого лешего? Да ё-моё. Замечательно. А в смысле? Короче, она почему-то упал-то. Все. Бред какой-то. Просто взяла и отпустила. Поэтому она и слезла, походу. А что делать? О, сохранение. Спасибо.
Это что такое? Выше надо. Ой-ой-ой. Хорошо. Зачем? Опять? Жуть какая-то, честное слово. Сиди там и не вылази никуда. Да в смысле, блин. Во. Поехали, поехали. Давай, не тормози. Так. Лесенка. Хранение. А нафига он это все делает, интересно? О-о-о. Ладно, я поняла. А, прикольно, ладно. Подфартило. А, ну в смысле? То мне нужно как-то прыгнуть вон туда. Может быть, что-то есть тут еще? Подожди. Нет. Вот так вот. Ага. Блин. Хорошо, сохранение прошло. Так, сейчас я поняла. Пусть откроется, поехали. Блин. Я ж подпрыгнула. Фух. Прям доль секунды какие-то. Отлично, блин. Отлично. Так. Опять? Опять совместно. Ну-ка, давай, вези сюда. Давай, 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 давай. О, господи. Спасибочки. А как мне добраться-то все равно теперь? А, я должна успеть прыгнуть. Нет, ну подождите. Высоко. Вот, допрыгнула. Хорошо. Ать. Да в смысле? Вот. Блин. Секунду потеряла. Я думала, что я девочку управляю. И на пять. Нет. Угу.
Хорошо. Поехали, поехали, давай. Угу. А тут я как-то вот... Ну-ка. Успела? Девочка поняла, что она должна делать. И что же я должна делать? Я совершенно не имею представления, что я должна делать. О! Здорово, мужик. Если бы я только могла украсть его топор. Украсть топор? Ты серьезно? Подумала она. Наверняка метели прекратятся. Что за ледяной мужик вообще? Слушайте, давайте мы здесь остановимся в следующей серии. Продолжим. Я думаю, это уже ближе к финалу. Оставим на еще одну серию. Все, всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.